преодолеть эту гору. Я специально купила в магазине такие легкие кроссовочки, потому что путь мне предстоит долгий, нелегкий. Повсюду таблички, смотрите. Нельзя то, нельзя это. Курить нельзя, бочки бросать нельзя. Так, что здесь написано? Так, понятно. Ну что ж, будем искать другие пути. Куда ни глянь, везде штраф $1000. Даже чтобы спуститься вот здесь вот, я нарываюсь на штраф. Ну, идти в обход я не хочу, поэтому я полезу тут. Надеюсь, что никто не видит. Хочется уже и есть, и пить. Да и в одно место уже пора сходить. Кстати, чем выше я поднимаюсь, тем меньше людей я встречаю. Наверное, самые слабые все-таки в итоге думают не подниматься и останавливаются где-то внизу. Но мне этого мало, я все равно дойду, чего бы мне это ни стоило. Недаром говорят, что русские женщины самые сильные. И коня нас какого остановит, и в избу горящую войдет, и на гору высокую заберется. Слушайте, эта дорога просто нескончаемая. Вот мудрые люди на колесах. Не то, что я. Себя беречь. Здоровато я для таких походов уже. Старость не радость, а средство передвижения к Богу. Вот. Я сейчас все выше и выше, а значит ближе к Богу.
девочка. Курить нельзя. Как жалко. Я бы закурила. Молодой человек, у вас сигаретки не найдется? Наконец-то. Наконец-то. О, тут даже есть жизнь.